Как ты считаешь, должна ли будет Ингушетия выплачивать репарации, если же вдруг она захочет отделиться? Ведь она не стремилась к независимости, так как Ичкерия. Ва алейкум ассалям. Я не считаю, что на Кавказе вообще есть такая республика, которая в случае каких-то, ну, в случае выхода из России, вот так скажем, должна нести какую-то ответственность за действия России. Я так не считаю. Кавказ – это территория покоренная, да, оккупированная Россией. Даже правильнее будет сказать, покорение – это все-таки, если бы мы смирились, это было бы покорение. А это именно оккупированная территория, не только Чечня. Весь Кавказ, он оккупирован Россией. И поэтому, сколько бы времени ни длилась эта оккупация, хоть 1000 лет мы будем в этой оккупации, спустя 1000 лет, если кто-то из этой оккупации освобождается от этой оккупации, это, во-первых, право этого народа, и, во-вторых, никто не может предъявлять претензии этому народу. Если, я понимаю, если бы те, кто претендуют на репарации от этого народа, от кавказского какого-нибудь государства, если они в свое время пытались помочь деоккупации, и этот народ бы противился этому, это, может быть, было бы что-то иное. Но в данной ситуации я не считаю, что вообще вот этот подход, он применим к Кавказским республикам, в принципе. Не считаю, что он применим к Татарстану, так как Татарстан ясно в свое время заявил о своем суверенитете, не хотел быть в составе России, но Россия тогда путем устрашения Татарстана, то есть они показали Татарстану на примере Чечни, что они сделают с ними, и по сути заставили их подписать этот федеративный договор. Поэтому, так, тем более татары, Татарстан, ну, в Крыму это ведь те же самые татары, это один народ, просто они как бы разделены территориально. Я считаю, что это очень серьезно вбивает клин, понимаете, то, что они вот упомянули именно Чечню и Татарстан, это такая вот попытка, ведь татарам явно не понравится то, что они сказали. А татары – это не только те, кто живет в Татарстане там, или в России. Татары – это и те, кто сегодня сражаются в рядах ВСУ против России. Татары – это те, кто живут или жили, вынуждены были там уехать из Крыма. Это ведь тоже татары. Ассаламу алейкум из Ингушетии.